ли в мире что-либо прекраснее женщины? Еще никто не нашел ответ на этот вопрос. Женщина дарит нам жизнь. Женщина – хранительница семейного очага. Женщина – фундамент нашего коллектива. Дорогие женщины, уважаемые коллеги, во многом именно от вашего труда, знаний и опыта зависит работа нашего предприятия. Я сердечно поздравляю вас с нежным праздником весны. Искренне желаю вам удачи в жизни, в работе и в любви. Интуиция – поразительное чутье, которое подсказывает женщине, что она права всегда, независимо от того, права она или не права. Так будьте же правыми всегда. Женщина должна быть любимой, счастливой и красивой, а больше она никому ничего не должна. Милые женщины, желаю вам любить и быть любимыми. Счастья и удачи! Пред женской красотой мы все бессильны стали. Она сильней богов, людей, огня и стали. Весеннего настроения и солнечной погоды в личной жизни. Если женщина что-то просит, надо обязательно ей это дать, иначе она возьмет все сама. Пусть мечты сбываются, и все у вас получается. Мужчины убеждены в слабости женщин, а сами состоят в них невольниками. Пусть дом ваш будет полным чашей удачи, счастья и здоровья. Когда встречаются двое мужчин, они говорят о себе. А когда встречаются две женщины, они говорят о третьей. Вдохновение, терпение, счастье, всего наилучшего. Подарите женщине миллион алых роз, а она вам скажет, что ей достаточно лишь одной, но белой. Все цветы мира к вашим ногам. Женщина подобна цветку. Цветок расцветает под лучами солнца, а женщина расцветает от любви мужчины. Солнце вам и любви. Женщина часами может говорить о том, что у нее нету просто слов. Мира вам и терпения. Есть два способа командовать женщинами, но, увы, их никто не знает. Пусть любовь и успех всегда будут с вами, дорогие женщины. Коли жінка не здається, вона перемагає. Коли здається, диктує умови перемоги. Тому будьте завжди переможницями. Попереду ваше свято. І щиро серця бажаю вам здоров'я, благополуччя. Удачи. Будьте счастливы. Ничто во внешности мужчины не раздражает женщину так, как отсутствие денег. Желаю быть богатыми и счастливыми. Когда женщина просит совета, ей нужен не совет, а собеседник. Дорогие женщины, пусть мужчины окружают вас заботой и вниманием. У женщин две главные проблемы – нечего одеть и маленький шкаф. Будьте прекрасны, как весенние цветы, и пусть проблемы обходят вас стороной. Женки вгадывают все. Якщо не вгадують, то навмисно. Залишайтеся такими ж незвичайними і винахідливими. Задавая вопрос, женщина обычно задает и ответ. Праздничного настроения и множество приятных сюрпризов. Женщина сияет, весь дом сияет. Женщина мрачна, весь дом погружен во мрак. Так что желаю вам множество поводов для радости и счастья. Женщинам свойственно доказывать возможное на основании невозможного и возражать против очевидного на основании предчувствия. Много улыбок вам, тепла и добра. Если верить фразе «Чего хочет женщина, того хочет Бог», то Бог хочет цветы, норковую шубу, французские духи и замуж. Будьте очаровательны и любимы. По-видимому, Бог создал женщину позднее, потому что не хотел слушать советы при создании мужчины. С 8 марта, дорогие! Мечтайте о новых туфельках, странах и о главном. Пусть все ваши желания дойдут до Бога. Если женщина не права, пойди извинись. Извините нас, мужчин, если что не так, даже если и так.